Тайна смерти звезды джентльменов удачи раскрыта. Четверть века назад трагически не стало Евгения Леонова. Во вторник, 29 января, исполнится 25 лет со дня кончины Евгения Леонова. Однако фильмы с его участием продолжают радовать поклонников таланта великого артиста. Не все знают, что в 1994 году смерть пришла за Леоновым во второй раз. За 6 лет до того, в 1988 году, Евгений Павлович пережил клиническую смерть. Однако тогда немецкие врачи смогли воскресить его. Леонов смог вернуться на сцену и продолжал сниматься в небольших ролях. Однако пребывание на грани жизни и смерти не прошло бесследно. Артист начал часто болеть. Вторая же смерть была очень быстрой. Евгений Павлович умер, переодеваясь в сценический костюм для своего очередного спектакля. В знак уважения постановку отменили, а зрителям объяснили, что артист умер. О причине смерти Леонова стало известно позже, отмечает тизер 42.ru. Актера погубил оторвавшийся тромб. Евгений Леонов сыграл множество ролей в кино. Поклонники помнят его по работе в картинах «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Донская повесть», «Обыкновенное чудо» и многих других. А еще артист подарил свой голос Винни-Пуху из советского мультфильма, который любят уже несколько поколений зрителей. Похоронен Евгений Леонов на Новодичьем кладбище в Москве.